Терца де лабиринт. Ну ладно, давай я попробую в этот раз. Курса лабиринтов — это всегда хорошо. Курса лабиринтная всегда нужна. Всегда приятно получать на первом уровне две сокровищницы незакрытые, при этом у тебя уровень будет достаточно большой. И после уровня, если ты не получил урон на красной сердечке, у тебя будет сделка с дьяволом. Фух! Вот. Но... все зависит от того, какие артефакты будут все-таки в сокровищнице. Артефакты — это главное. Скорострельность, сила атаки. Все, наверное, мне больше по сути ничего не надо. Можно какой-нибудь прикол? Да, эффекты, кстати говоря, эффекты тоже пойдут. Он, например, перчик — это неплохой эффект. Перчик — это неплохо. Перчик — это с огоньком работают наши пожарные, да. Возможность немного зажечь врага. Так. И плюс ХП. Ладно. Плюс ХП, плюс скорость полета снаряда и перчик. Блин, на перчик надо побольше удачи. Бомбы у меня нет. Вижу меченый камень, вижу. Прекрасно, только у меня бомбы нет. Вот этой, да. Вот этой бомбы у меня не было. Так, с бомбочка, отлично. Это что за именем 2-0, да, какое там? О, плюс урон, спасибо. Плюс 2-2-8 урона, неплохо. Ну вот, 7 урона, в принципе, уже нормально. 7 урона я всегда был доволен. Вообще всегда, когда бы она ко мне не пришла, я всегда был доволен 7 урона. Я всегда говорил, до 7 урона ваншот пауков, ляпота. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, с плюс хп, плюс капельку урона, окей. И в итоге у меня 10 урона на Ларе. Что весьма неплохо, потому что Ларе — это рандомная падла. И тебя хорошо. Ладно, на сделку, в принципе, 48% шанс. 48,5. Давай, сделка. Нет, ну ладно. Зато еще плюс хп и еще плюс скорострельность. И в итоге с первого этажа отпускаю... Ладно, с первых двух этажей я выхожу с 7 урона, 7 скорострельностью и 7 красными сердцами. Ладно, мне надо заглянуть в проклятую комнату, которая у меня там внизу осталась, в любом случае. Сейчас ХП мне позволяет это сделать вполне себе. И можно выходить, в принципе. Я доволен таким началом, вполне. Огонь, который потушил огонь. Уп, забыл, это жазик. Это норм, да. Оу, будь у меня полет, было бы классно. Либо, допустим, карта повешенного. Так, меченый камушек. О, любопытно. Еще больше ключиков. Бомбу компенсировал. Все весьма неплохо. Шака, ты когда-нибудь лобал игру после убийства Грида? Не. Я же не богоюзер. Это не ломание игры. Там чистейший баг был. После убийства Грида. А я не богоюзер, поэтому я этого не делал. С песочными часами там все дела. Мне про это рассказывали. Что этим многие занимались, а потом это пофиксили. Но мне это интересно никогда не было. Ты знаешь, я с большим удовольствием прохожу десятки раз Грид мод. Ну просто потому, что он мне нравится. Меченый камень, так было. И спасибо, Монолик, спасибо. Так, Curse of the Blind. Хреновато. Весьма прилично хреновато. Не хотел я быть слепым на этом этаже, потому что сейчас мне сделка должна была бы быть бы... А, не, она все еще может, нормально. У меня здесь должна быть сделка, и в сделку я в итоге... Да, наверняка 4 сердец хватит для того, чтобы купить все, что на сделке будет. Если это будет нормальная сделка, блин, не как всегда. Но все равно хотелось бы видеть, что ты покупаешь. Естественно. В данном случае это невозможно. Если только мне совершенно случайно не попадется Black Candle, либо Руна Purity. Коунхед. Ага. Яйцеголовый. Это шанс, по-моему, нивелировать урон, да? Это как Mask of Infamy. Но при этом еще и дается серое сердечко, что весьма неплохо. Огонек. Так.
тихо, тихо, не респай, не респай. Фак. Так, секреточка. Я же знаю, ты можешь быть здесь. Спасибо. В данном случае супер секретка. Кстати говоря, спасибо. Мне это надо было. Так, Аллах бабах. Найс. Один бабах был удачный весьма. Смотри, 7 скорострельный, 7,5 урона уже намного лучше идет. Я даже в уклонении теперь могу. Просто потому что я могу в убийство врагов, а значит у меня не так все плохо. Это значит, что я могу сосредоточиться на убийстве врагов, попутно уклоняюсь. Здорово, Гердинг. Жоп, быстрая. Пыщ. И здесь у меня ланч, еще больше хп. И здесь сделка Шейд. Эх, просто тень. Хм. Ладно, по крайней мере у меня будет только сделка с дьяволом. Окей. Магазин мне нужен? В принципе, да. Я бы магазин хотел заполнить сейчас. Смотрите, вот уже, да? Есть плюс урон, есть плюс скорострельность, есть еще плюс чуть-чуть урончика. Есть эффект. В данном случае эффект огонька. Редко срабатывает, но он очень мощный. Это хорошо. Я бы молнии, конечно... О, дайшарт. Champion Belt, найс. Еще плюс урон. Одной монетки не хватает только. Сейчас посмотрим. Может, я найду одну монетку и посмотрим, что там тогда за карта будет. Шаг, 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 шаг. Новая часть, не трэш. Здорово, Сквеб. Что за кино? Обитель зла последняя. Ну ладно, не, Кать, я все равно в это не поверю, потому что я видел трейлер. А потом ты на игру такую смотришь, и то, во что она превратилась в итоге. Да нет, трешачок, я же не говорил ни разу, что это плохо. Хорошие трешачки нужны. Это интересно иногда смотреть. Например, Неудержимые. Хороший трешачок. Например, ну вот Обитель зла, начиная с третьей части. Да, неплохой трешачок такой. Я же никогда, я же ни разу тебе не сказал, что я не фу, что это фу или что это что-то такое. Это просто трешачок. Это кинцо посмотреть, погагашить. Над тем, каково это бывает. Это не фильм, заставляющий тебя держать... Ну, то есть, не держащий тебя в напряжении. У тебя там коленки не дрожат, ягодицы не сжимаются от происходящего на экране и так далее. Вот. А это чисто такой, да, боевичок, пыщ-пыщ-пыщ. Ло-ло, я водитель. Хреновато. Поэтому вот. Выше... Что такое странный японский орешек? Я не буду видеть, у меня все одежда монашки, D20, ну и друг монеток от гриди, а там. А, ты про это? Ну, в принципе, интересный вариант, кстати говоря. Не, я, по-моему, такой ни разу не попадал. Ты знаешь, у меня скорее аппарат для доната сломается намного раньше, чем я сумею... Ну, как тебе сказать, смотри, я же ломал. У меня было... тоже одеяние монашки. Короче, у меня там монет валялось около 400. Но при этом задонатить я смог всего 3. Поэтому, да, я ломал после смерти Грита. Действительно, я ломал, если так можно сказать. Только это нахрен никому не надо было. Потому что Грит уже не работал. Здрасте. Такс. Так, ребят, ну, паник уже понятно, да? Вот таких вот сразу в бан. Я, конечно, люблю на своем канале исправлять глупых неразумных детей, да, но... My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Вот, но, к сожалению, далеко не все дети могут вообще начинать даже исправляться. В данном случае, если у человека такой ник на Твиче, не, этому уже ничего не поможет. Клинический случай, так сказать. Поэтому таких просто в бан, чтобы не портил настроение. Вот и все. Во время скримеров на меня попкорн в заднего ряда и у меня сыпался, бывает. Шаг, вообще-то там есть моменты, где поджилки дрожат.
Ну, Кать, блин. Ну, опять же, на вкус и цвет. Окей, я не буду спорить. Ладно, ладно. Если есть где моменты, где поджилки дрожат, тогда окей. Хорошо. Так, и это Боб. Но жаловаться на раны я все равно не буду, потому что меня этот ран пока что полностью устраивает. У меня хорошее количество хп, у меня хорошее количество урона, у меня 9 урона уже, блин. Трудно жаловаться на урон, когда у тебя его 9. А 9 урона это хорошо, ну, чтобы вы понимали, да? Трудно жаловаться на то, что хорошо. Так только чиновники делают, когда хотят еще больше денег. А мне как бы тогда хватает, окей. Я даже где-то счастлив. И? Вот. Такс. Что? Это я урон блокирую этой башкой? Я башкой урон блокирую от аппарата по сдаче крови? Вау! Это что-то новенькое. Орешек, тролломба. Тролломба, уходи. Ня-ня-ня. А вот и хп. Блин, сколько много огоньков, прям. Один в одном, в другом, в третьем. Я ник не читали, надо быть внимательнее. Да ничего, Эммануэлька, ничего страшного. Не волнуйся, все в порядке. Секунду, я попью немного. Катя, извини. Но ты видишь про перерыв, я знаю, что сейчас будет. Господи, у тебя от этого коленки дрожат. Тебе бы поиграть во второй Silent Hill в темноте. Я думаю, тогда бы ты поняла, что такое коленки дрожат. Потому что даже абсолютные любители Silent Hill говорят, что не хотят они перепроходить второй Silent Hill, особенно в темноте. Апс. Это было неприятненько. А от момента, когда кто-нибудь должен в пропеллер попасть, трешачок. Просто трешачок. Ну, ладно. Опять же, абсолютно на вкус и цвет, да, тут. Сложно с чем-либо спорить, да, или что-нибудь кому-нибудь доказывать, потому что, ну, это глупо. Так, я немного не понял, откуда сейчас всего надропалось столько. А, или с кого-то сундук упал, я сундук открыл. Странно немного, ну ладно. Так, ну, да неважно. Сейчас у меня есть 46 монет, и я очень хочу попасть в магазин. Раз. Возможно, что-нибудь купить в магазине 2. И желательно задонатить в магазин столько, сколько я смогу. 3. Донаты для меня сейчас чуть ли не решающее значение имеют. Магазинчика пока не было. Раз, два, три. Так, еще одна 2 на 2 рума. Так, вот здесь вот я скорее использую букву БЛЛ. Потому что ну нахрен с этими летучими мышами дружить. Ненавижу их, они слишком сильно рашат. Так, допустим... за ключ... Да, кстати, у меня 7 ключей вполне. 2 монетки за ключ можно взять себе. Охренеть! 4 элитки из 5 врагов. Не, я, конечно, брал чемпион белт, я не спорю, но, блин. Я вот такого немножко не ожидал. Ну да ладно. Это все из-за того, что, ну, во-первых, я играю в харду, а во-вторых, я взял чемпион белт себе. У тебя повышается урон, но также повышается вероятность встретить элитку в обычной комнате. Блин, ну грит, ну твою налево, ну как ты не вовремя, а? Сволочь, еще и попал.
Как же ты не вовремя-то, жопник, даже со Steam Sale. Ладно. Даже несмотря на то, что здесь был грид, у меня впереди в теории еще два магазина. Если только не случится одна жопа и не будет Excel, тогда будет магазин один, в нем встретится ультра грид, и я буду печальным, сделаю... До тех самых пор, в принципе, все еще неплохо. Ай-яй-яй-яй-яй. А не кислую я, кстати, траванул, блин, бобчиком. Так, еще больше скорострельности. Найс. И плюс хп-ка. Окей. Тем более, Арч. Что делает тень, которая с тобой бегает? Наносит урон. Повторяет мое движение, наносит урон. Что за чернота за тобой белоглазый бегает? Это тень, это артефакт тень называется. Он как-то открывается. Это, ну, новый артефакт, да? И он просто повторяет мои движения, наносит урон. Вот все. Урон, кстати, ну, средненький. Я не могу назвать его прям совсем приличным, но он и не маленький, да? Это не как муха, которая за вами бегает. То есть у него урон побольше. Ну и не сказать, что фантастический. Просто урончик. Во, видишь? Неплохо весьма убивает. Единственное, по-моему, у него урон фиксированный. Его урон не скелится от моего урона. Вот разве что. Так, pay to win. Хрень это вроде как. Что-то мы сколько спорили по поводу этого, этой тринки, так и не решили, что она делает точно. То ли она должна рероллы в магазине или в сокровищницах оставлять. То ли она должна что-то делать в момент, когда я доначу в эти рероллы. Короче, непонятно. Поэтому забейте. Так. Неплохо. Ну, нет. Ну, да. Так, вдвойне неплохо. 2 из 3 гаппи. 3 из 3 гаппи. Хорош. Я просто взял и стал гаппу. Not bad. Вот это получилось очень хорошо. Не зря я с собой так долго носил Dice Shard и не пользовался им. Потому что в итоге... Гапи. 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 Так, она за донат чего делает? Окей, не, ну шаг. Не, ну что? Не, ну как ты идешь? Да не знаю, руками. Идешь такой, а тёп, короче, гапи, все. Ничего сложного, ты просто проходишь игру, потом умираешь. Не, потом рестартишь, потому что тебе кажется, что ран не очень. И ран становится очень. Обычно это так работает. 73 монеты. Ладно. Все, еще у меня здесь должен быть где-то магазин, поэтому я его буду искать. Ты посмотри, кстати, у моей тени появились крылья, потому что у меня крылья появились. Она теперь летает с такими черными-черными крыльями. Красота. Хм, ради красоты, в принципе, ее можно с собой брать. Она красивенькая такая прям. Средство и кусок удачи ему не надо. Моя удача будет при мне. Автомат пополнения будет всегда появляться в комнате с предметами. После некоторого количества пожертвований монет в этот автомат предмет заменится на другой. Вот. Я понимаю, Манелик, но есть же комментарии, что это ни хрена неправда. Pay to win. Автомат, по-моему, рерол всегда будет появляться в комнате с предметами. Ну, почему антибер себе не поставишь? Потому что я играю в Afterbirth Plus, и он меня полностью устраивает. I can see. Forever. Так. Forever, где? Где? А, вот она. Ага, вижу. Так, здесь у нас ключник был. Так, еще бомбочка. Спасибо, бомбу вернули. Так, здесь нифига интересного. Давай, давай, давай. Нормально. Да, с гапи намного проще стало. Блин, просто вот реально в разы проще. Спасибо большое гапи за это. Гапи. Рулет. Так, а где все-таки мой магазин будет? Хм.
меня где-то здесь должен был бы... О, хпшка. Все, фулл хп. Найс. Просто, блин, фулл хп был. Так, залавез. Окей. Во, сокровищница есть. Окей, на. Минимаш, то, что мне надо. Плюс скорость. То, что, то, чего мне так сильно не хватало, я был всего с 0,8 скорости, да? И сейчас мини-маш прокнул, поэтому скорость у меня стала побольше. Это меня радует. Так, еще больше монет, окей, на. Шанс на сделку 85%, причем я на нее снова попаду и смогу забрать мой букв Белайл, если он мне нужен. Я до сих пор не решил, с чем я хочу быть, с головы Гаппи или с букв Белайл. Наверное, даже с головы Гаппи, скорее всего. А, нет, рерол здесь... Ну ладно, если здесь рерол. Ща мы им будем пользоваться. Карта, да. Батарейка тоже, да. Сломанные часы не хочу. О, Black Candle, nice. Это то, что мне надо. Спасибо. Так, у меня кончились бомбы. А, карта секретных мест. Такс. И компост, который тоже... Не, то в Spades больше ключей. В принципе, все. И у меня еще 40 монет осталось. И я прекрасно вижу, куда мне надо двигаться. Найс. Найс. Так. Блин, об каменноголового только... Фемуги умирает. Так. Меченый камень пропустил... Да хрен с ним, шаг и туда, да. То есть ты передумал после 1001% в Aftermath идти? Свегман, а я не говорил, что я после 1001% в Aftermath пойду. Скажем так, я не говорил, что я на 1001% остановлюсь с этим Айзеком, давай так. Я раньше просто говорил, до тех пор, пока я не посмотрел, что конкретно себя представляет Aftermath Plus, я думал, что Aftermath Plus будет лучше, чем Antibirth. Поэтому я не говорил. Я говорил, что я не пойду. То есть, что меня антиберст не интересует. После того, что я посмотрел, сравнил, я сказал, что меня антиберст заинтересовал. И что я в него буду играть. Я никому никогда не уточнял сроки. Я не говорил, что да, как только я получу ачивку 1001%, я пойду играть в антиберст. Нет, я такого не говорил. У меня записи хранятся 2 месяца. Попробуй найти запись, на которой я это сказал. Вот просто найди мне место, где я это сказал. Потому что это обещание глупое. Я могу просто не захотеть играть в Antiverse. Ну, ну не хочется. Меня обычный Afterverse полностью устраивает в игре. Вот и все. Поэтому, да, в принципе, меня Antiverse заинтересовал. Буду ли я играть в него? Скорее всего. Когда? А хрен его знает. Может, через год-два года. Когда уже выйдет какой-нибудь Afterbirth плюс. А мне будет настолько до финиша, что я буду играть в Antibirth, допустим. Странно, мне показалось, меня на пропасть. Джера! Окей. Так, проверить сначала там еще. Здесь у нас... Так, комната жертвоприношения. Неплохо. Так, комнатка. Жалко. Я все-таки рассчитывал что-нибудь более эффективное, чем две монетки и Petrify Poop. Ладно, подожди. Так эта хреновина как раз, по идее, мне и будет мешать получать донат-машину в магазине, если в магазине... Ну, то есть, если я правильно понимаю, да, то в комнате с предметами, в комнате с магазином имеется в виду тоже. То есть, если в комнате с магазином у меня будет вот эта тринька, то всегда там будет рерол. Вместо донат-машины, в которую мне надо закинуть как раз кучу денег. Я не скажу, что это плохо, потому что если у тебя куча денег, Steam Sale, как у меня, например, и у тебя есть такой вот выигрышный ран, то, естественно, желательно заролить, накупить себе кучу всего, получить хаос, зачем непонятно, у меня уже гапи есть, и получить много всего интересного. Но я хочу больше наполнить донат-машину. Да и хватает мне, в принципе, урона такого, который я получил. Поэтому, наверное, ту тринку я все-таки оставлю. Ну ее нафиг. А в магазине у меня пускай будут реролы. Вот. Я считаю. Да, Ник, удачи.
Так, бланк-карта. Бланк-карта плюс Джера. И батарейка. Бланк-карта плюс Джера и батарейка. Любопытно. Ха! Интересно, сработает это в обратном направлении? Если я подберу эту триньку снова, появится ли там рерол, ну вот эта рерол машинка или нет? Paralysis. Феромонки. Окей. Ломаем. Ты понимаешь, муравей, чтобы сломать игру обычную, именно в том понимании, в котором мы привыкли, нужен ресток магазина. Нужно, чтобы у тебя в магазине, как в гридмоде, самообновлялись вещи. У меня этого нет. И в магазине этого сейчас тоже нет. А этот магазин последний. Мы сейчас Devs 2. И у нас 23 минуты, поэтому на хаша я, скорее всего, не успеваю. Значит, мне надо как-то сделать так, чтобы в магазине был рерол артефактов. Так, сейчас я куплю вот эту бомбу, чтобы она не мешала. Интересно, что за пилюк? Paralysis. Больше парализаторов, богу парализаторов. Так, еще я куплю здесь батарейку. Значит, ой-ой-ой, ой, сколько здесь сердец может быть мне. Ну нафиг, я лучше здесь все буду использовать. Сейчас я немного почищу магазинчик, чтобы он у меня был поприличнее. The lovers. Такс. Еще сюда. Меня никто сейчас не торопит, поэтому я, собственно, совершенно спокойно lovers. Время свое буду тратить здесь. Я придумал, что я еще могу сделать. Я же хочу надюпать монетки, логично. Чтобы надюпать монетки, что мне надо? Мне надо, чтобы в этой комнате были монетки. Ладно, сойдет. 5 монет еще до кучи вообще сойдет. Более чем сойдет. Окей. Джерада. Да, Джерада. Блин, я пилюль. Я с пилюлями не закончил, с картами не закончил, начал множить. Я, блин, умный до хера, как обычно. Так. Секундочку. The lovers. Залавез. Так. Залавез. Жалко, нельзя две карты сразу взять, блин. Залавяз. Так, все, почистили магазин. Теперь здесь осталось только самое необходимое. Это батарейки и деньги. Ну, как-то так. Я знаю, многим нравится этот вид. Блин. Батарейки, перестаньте, что вы делаете. Ахаха, прекратите. Не видно ни хрена. Тут автомат ломается с одной монетой. Слава богу, нет. Все. Вот теперь сломался, да. Так, вопрос. Минус глаза. Это не я. Что тут происходит? Да ничего вообще. Такс. Ну-ка иди сюда, pay to win. Вот сейчас интересно. Заменится или не заменится? Вот в чем вопрос. Я даже знаю, как убрать большинство батареек на самом деле оттуда. Знаете как? Надо просто вот так вот сделать так вот. Такс, pay to win.
Не, не меняется. Жалко. Та-дам! Так, ладно. Здесь я больше ничего не забыл. Все, можно идти. А, стоп! Голову Гаппи заролишь, да, ячняк? Так, это хрень, кстати говоря. Это тоже хрень. Это тоже хрень. А проникающие выстрелы не хрень. Учитывая, что у меня проникающих выстрелов до сих пор не было, проникающие выстрелы — это отличная вещь. Что значит? Да не, ничего. Так, Свегман, сейчас. Чё такое Свег? Вот он ломается, это на что-то влияет? Не, фишка в чем? Когда ты в аппарат задонатишь, именно в обычный донат, то есть не в грид-моде, а в обычный донат, задонатишь 999 монет, ты получишь ачивочку. А на тысячную он сломается, и ты ни хрена не получишь. Угу, я на М нажал случайно. Вот. Но в грид-моде тебе надо его сломать на тысячную монету, чтобы открыть грид. В обычной игре ты не ломаешь его. То есть... Его не надо ломать, его не нужно ломать в обычной игре. Тебе не нужно, чтобы он взорвался, вот так вот скажем, да? Причем вообще ни разу не нужно, чтобы он взорвался. Тебе надо, чтобы твой аппарат для доната собрал 999 монет, а дальше желательно его разбомбить до где-то 950-970. Вот, специально, чтобы такая вот пирожка не случилась, да? Чтобы у тебя аппарат не взорвался, и ты не остался в итоге без денег. Получил ачивку и, собственно, довольный собой, сбил немного денег в аппарате и пошел дальше. У тебя всегда будет аппарат с деньгами. Вот на случай, если тебе внезапно понадобятся деньги, как мне в прошлом ране, например. Так, бибип. Лень, мне на них время тратить, честно говоря. Так, слушай, это любопытно. Это реально любопытно, потому что 2 минуты. Ах, блин, вот эти твари мне сейчас все испортят нафиг. Я не укладываюсь в тайминги, тряхнет. Так. Оу, блин. Но смысла в этом нет. Godhead на предпоследней сделке получить так же, как и Сагдагер? Не. Такс. Вверх. А, 1 минута. Не успею, наверное. Это не то, что невероятно сложно успеть, это практически невозможно успеть. А, у меня бомбы кончились. Оу. Локи. Я же хочу попробовать все равно. Я не знаю, так нахера я на Хасу иду, потому что я на нем сдохну. Но я могу. Такс. Окей. Теперь что? Сначала магазин откроем, посмотрим. Ой-ой-ой, здесь нет батареек. Но здесь есть кое-что круче, чем батарейки. У меня фул хп будет сейчас. Здравствуй, фул хпшка. Вот поэтому я особо не беспокоился. Я надеялся на свою удачку. Я надеялся, что у меня будет фул хп. Дальше карта за фул. Здесь много карт, говорящих, что я дурак. Но вы поняли, да?
В далекой сундуке. Чувак. О, да, в этом в одном из сундуке были артефакты. Я взял молоко. Ох, боже мой, что сейчас будет? Ребята, это жесть. Ох, это жесть и отсутствие нахер ключей, которых надо дюпать. Да, у меня здесь будут ключи, окей. Марифлексон, да давай! Всю херню сейчас соберем. Так, только единственное что? The Fool. The Fool. Сейчас, надо чистить. Вы понимаете, да? Надо чистить. Поэтому я, конечно, извиняюсь. Но какое-то время мы вот эту фигню почистим. Блин, а еще мне надо чистить от серых сердец как-то эту комнату. Игра крашнется. Ой, да забей. Первый раз, что ли? Мегалульный ран, да. Не, не так, да. Стараюсь. Отойдите, пропустите меня на босса, надо пройти. Ты понимаешь, что у меня там уже две башки ультрагрида находятся? Бомбу еще по двери, да, конечно. Я сначала картой The Fool займусь. Я знаю, что у меня здесь портативный аппарат по сдаче крови, так что и серые сердца я могу отсюда убрать. Хотя это нежелательно, потому что надо будет после хаша отхилиться как-нибудь, если я хаш пройду вообще. Соевым молоком, на! Блин. Свегман, ну... Ты меня, конечно, извини, но ёперный театр, ты кого учишь? Так, нет, Джеров, выскакивай пока отсюда. Пейтувин мне нужен с собой. Так. Пробраться захотел, да? Есть, найс. Паразит, да. Так, где? Ай. Это бланкарт, это немного не то, что я хотел. А, она вначале осталась. Так. Стоп. Шек, ты умудрился даже у Хаша сломать? У Хаша это не даже. У Хаша это хотя бы. Потому что до этого игра, ну ты видел, она не особо сильно сломалась. Так. А вот теперь да. Пробел. Батарейка, пробел. Пробел. Так. Пробел. Вот. А вот так надо. Так, ну чё, погнали артефакты собирать. А то у меня соевое молоко-то прокнуло. А чё ты... О, Magic Mushroom, привет. А что-то я соевым молоком не особо хочу быть на самом-то деле. Так, плюс хпшка. Дай. 10 бомб. Плюс хп. Так. Дай. Так. Это увеличение урона. Это 4 полвыстрелы. Это кислота. Это неплохо уже. Тут куча троллолом, блин, вообще забей. Давай сейчас. Ой, я чуть фетуса не взял. Чуть метку не взял, да не дай бог. D20. Да. Мне бы D6 сюда, на самом деле. Было бы топ. Так, мне не нужно брать метку, мне не нужно брать фетуса. Это все очень сильно испортит мой ран. Я хочу, чтобы этот ран был близок к идеальному. Ой-ой-ой-ой-ой. Окей. Я хочу, чтобы этот ран был близок к идеальному, поэтому я не хочу их брать. А где моя бланк-карта? Можно мне узнать, пожалуйста?
А куда делась метка, во-первых? А во-вторых, где моя бланк-карта? Двойные выстрелы, окей. Боговравлейшн, ладно. Такс. Чё-то вот пахнет на Любиловом. Есть вот что-то, какой-то запашок такой на Любиловский. Открытые сундуки пропадают? Да. Открытые сундуки пропадают. У меня официально свистнули бланк-карту. На самом деле. Так, тихо. Так, 10. Нет, 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 нет. Хотя... Нет, на Т-10 мне вообще все сломает. Мне надо как-то жутко аккуратно брать... Трактор Бим. Найс, пьюрити. Пьюрити дай. Слушай... Оу, я понял, где моя бланк-карта может быть. Она может быть за какими-то другими артефактами. Пьюрити дай, пьюрити дай, пьюрити дай, пьюрити. Блин. Дай пьюрити, пожалуйста. Эвила, это классно. Есть, все. Фух. Шоколадное молоко. Нет! А, не работает? Серьезно? Стоп. Слава яйцам, шоколадное молоко на меня не прокнуло. Фух. Не, я даже нигде даже кусочка бланкарты не вижу. Блин, в этом проблема, наверное. Технология тоже, не дай бог. Так. Нет, давай еще ключей наберем. Я могу, конечно, собрать вообще все, но, блин, я не хочу. My Reflection-то уже ошибкой был. А я хочу еще, ну, типа, слезку красивую. Или забить на это дело. Но у меня как бы вот, вот такая вот дальность стрельбы сейчас. Это как бы не очень дальность стрельбы. Здорово, Найткроллер. Так, скей, бум. Оу. Да он у меня сейчас все ключи попрет. Пыщ. Так, смотрим. Т-10, понятное дело. 25 монет тоже, понятное дело. Не, нет бланкарты, посмотри. Ой, все сундуки стали красными. Ой, дохлая кошка. Слушай, чувак, тебе не жирно ключей будет? Скажи мне, пожалуйста. Так, подожди, где там Д-20 мой? Так, Д-20, отлично. Так. У меня, видимо, выбора не будет взять дохлую кошку, блин. Да. Тут все очень... А, Петро. Нет, это Вижн. Блин, мне бы сейчас Петро найти. Так, я рун пока не вижу, да? Так. Руны, ты есть? Я что, Т-10 взял, что ли? Нет, я Т-10 не взял. Слушай, а куда Т-10 делся? Петро! Где? Где, Петро, я тебя видел. Пщ. Куда Т-10 делся? Не, я понимаю, что сейчас он делся, он Петро, с Петро ушел. Но до этого куда он делся? Это как-то странно. У меня реально начали пропадать артефакты здесь. Я такого не видел, по-моему, никогда, чтобы пропадали артефакты. Сначала пропал бланк-карта, потом пропал Петро. В этот, Т-10. Это очень странно. Так, мне нужно еще Петро. Это Вижн, это Анус.
Мне не нужен анус, мне нужно Петро. Как же я, как же стрёмно под... О, защита взрыв! Дай. Неплохо. Не взрывайте меня, пожалуйста. Джера? Да. Так, стоп. Дай Джера. Дай Джару. Так. Пыщ. Так, это не Петро. О, дай шард. Тихо. Да не то, Авдаймонс, дай шард мне дай. Так. Отлично, тролломбы. Так, Таурус, хрень, магнитные слезы, не дай бог. О, святые слезы, хорош. Атака монстра, не дай бог, она мне все сломает. Касание Мидаса еще, нифига себе. Так, допустим, пробел. Это похоже на Джеро. Так, что там, чатик? Здорово, Тума. Чак, ты грустишь из-за бланкарты? Ну, есть немного, на самом деле. Ты понимаешь, с бланкартой всегда лучше, чем без бланкарты. Я думаю, ты меня вполне себе поймешь. Особенно, когда я мог протащить ее еще дальше и в сундуке получить кучу завтраков на отхил. На крайняк. Так. Блин, вот это вот... Надо опасаться вот эту пилюльную руму, иначе у меня больше рун не будет никогда. Это основной минус. Чувак ключный просто отрывается, он сейчас в раю находится. Так, выйдем, зайдем опять. Подожди, а может здесь проще, а? Так, ну-ка, стоп. Библия, две библии. Я думаю, библию можно пощупать. Так. Мне нужны батарейки. Так. Батарейки. Да ладно, мне батарейки не... Фак! Ace of Clubs. Я случайно взорвал свою бедную донат-машину. Оу! Косы! Косы! Люблю косы! Косы! Ой. Я не стрелял. Стоп. Я не хотел стрелять. Извините меня... Ой, ёперный театр. Простите меня за свои глаза. Простите ваши глаза за меня. А, так. Эть. Пэссидж. Пэссидж точно не надо. Подожди, мне нужно D20 вернуть. Тихо, дай шард, дай. Тихо. Где дай шард был, вон он. Тихо. Оп. Holy Mantle, так. Holy Mantle, да. Огромные взрывы можно. Самонаводящиеся огромные взрывы можно. А больше ничего, в принципе. Войд руна. Ом! Делайте яркость меньше, ребят, потому что это будет жесть. Здорово, Промаз. Здорово, Хаш. Ох, я так Хаша еще никогда не унижал. Власть в моих руках. И это приятно. Так, ну чё, погнали дальше. Класс, блин, кайф. Кайф. Ключник еще сундуков накидал? Да-да, вообще. Ребят, я думаю, здесь даже смысла нет звук включать погромче, да? Потому что это будет достаточно быстро, я думаю. Имба едет. Так, здесь ничего нет. Куда подевалась? Один скорострельности, 17 урона. Привет соевому молоко. Имба едет. Здорово, Айзек, пока, Айзек. Так, погнали дальше.
Блин, сейчас бы сатаняна мега, а? Шак, ты папин ключ не сохранил. Да он там был разве, ты знаешь? Я вообще не видел его там. Давай попробуем его найти. Я не видел, чтобы там папин ключ был, Кать. То есть я его физически не заметил. Если здесь есть шанс получить еще артефактиков, среди которых должен быть папин ключ, ну потому что он еще не выпадал, а он должен, то окей, я, собственно, ни разу не откажусь. Так, батарейка. Так. Ага, спасибо ключнику за это. А вот этот пейперклип меня вообще спасет сейчас. Ты видишь, сколько еще артефактов у меня не хожено? Ты понимаешь, какой-то кусок бреда еще остался не хоженым. Так. Ага, отлично. Батарейка. Хватит на мне быть выстрелом. Они пипец как долго летают. Так, Джера. Нет, пассаж. Так. Допустим, пассаж. А, ну да, пассаж здесь работать не будет, точно. А, уже босс? А что так близко? Он был вверх пролиста, я капсом писала, да? Ну ладно. Там реально был ключ, да? Он там был, я видел папин ключ. Выпал, и ты его подбирал. Оу. Ай-ей. Ну, тогда сорян, ребят. Тогда я, да, тогда я сам виноват, я его не видел. Так, что мне еще поможет? Есть еще одна вещь, которая может мне помочь. И эта вещь называется Get Out of Jail Free Card. Это очень редкая карта, но она мне может помочь. Это редкая карта, это спецкарта. То есть она выглядит не как обычно. Так, бом. Так. Get Out of Jail Free Card мне может помочь. Тебе Тархонус передать привет, так и Хиги. Ему тоже приветки. Это взрывная слеза, не удивляйтесь. Седаньян, окей. Давайте попробуем, если уж такие пляски пошли, давай попробуем выформить героя в Jail Free Card. Не надейтесь. Собственно, я на это сам особо сильно не надеюсь. О, я так не делал. Я на это сам особо сильно не надеюсь, но если есть шанс, а он есть, почему бы им не воспользоваться? Яблоко. Ты яблоко, это хорошо. Естественно, героя Равджал Фрикарт надо искать из мешочков. Фактически только из них одни. Но вот сюда... Подожди, а я Войдруну уже использовал, да? Вот туда бы Войдруну сейчас. О, Йоу Лысен. Кстати, это Йоу Лысен еще и удачку прибавляет, прикольно. Ого! Что? Ребята, гляньте на мою скорость полета снаряда, пожалуйста. Просто мимоходом. Я никогда такой, я ни разу в жизни за все мое время игры Айзека, чтобы вы понимали, я ни разу не видел скорость полета снаряда больше 3. А е редь ка круто. Петро. О, ой-ой-ой-ой-ой. Вообще звезда глазам. Теперь это будет вот так вот. Класс. Пошли на петлю. Нельзя на петлю идти с этим. Как тебе сказать-то? Нельзя на петлю идти через сундук. На петлю идется только через Даркруму.
петлять, к сожалению, предусмотрено только через Dark Room. А, понимаешь, бомбы, да бомба, бомба, чё бомба? Бомбы, ну будут они мне дропать разные. Ты не понимаешь, шансы самого, то есть, ты понимаешь, я открываю эти, мешочки. С мешочков больше шанс выпасть, чем даже с бомб. Понятное дело, что в принципе, да, в теории, лучше взорвать бомбу. Попробуйте, будет классно. Возможно. А может быть и не будет. Хрен его знает. Так. Ага. Так. Двойной заряд. Есть Петро, есть. Отлично. Потому что Джера. Петро сохраняем. Д20. Так. 3 долларов купюра нет, Rainbow Baby нет, D20. Батарейка, батарейка. D20. Депрессия. Money Power. Тара-тара-та, пуц. Почему бы не прибавить себе еще урончика? Не вижу никаких причин себе отказывать. Так. Окей, на. Но она может... Не, ну понятное дело, пойми. Я могу взрываться этими бомбами, потом заролить с помощью D20 еще. Потому что батарейки есть... Везде есть свой предел. И предел в данном случае получить... Ну вот уже такой ран, который я имею сейчас. Это отличный ран. Это просто шикарный... Самонаводка, почему бы нет? Это просто шикарный ломательный ран, понимаешь? Но если не падает, ну... Оставь. Отпусти. Это был великолепный ран. Да, не получится, допустим, завалить мега сатаняна. Это не сделает этот ран хуже. Этот ран по-прежнему великолепен. Ты понимаешь, да? Ну просто, ну, не всегда такое прокают. Ты видишь, как мне, допустим, долго прокают руны и так далее. С чего ты взял. Оп, оп, дай шарт, да? Еще кучка. Оу! А мне взрывы урон не наносят, да? Как мне может... Вы посмотрите на этот этаж. Как мне можно получить урон без мобов на этом этаже? Да, взрывы мне урон явно не наносят. Так, окей, нам. У меня здесь нет 2 на 2 рум, к сожалению. У меня есть только вот эта рума. Блин, эти бомбы это что-то с чем-то, плачущие. Давай попробуем. Шака, что ты ищешь? Я уже, как оказывается, я не заметил, но у меня уже был папин ключ. Я хочу пройти на мега-сатану. И единственный способ без папиного ключа это сделать, без ключей, да, без ангельских ключей, и без папиного ключа, это карта Get Out of Jail Free Card. Это спецкарта, и она позволяет тебе открывать вообще все двери, абсолютно все двери, включая дверь к мега-сатане. Это все позволяет Герару в Джелфрика. Ее я могу найти в одном случае, в мешочке. То есть сейчас, о, перманьяк, привет, ты мне нужен был на первом этаже? Ну да ладно, я тебе сейчас тоже рад. Вот, то есть у меня шанс... это, блин, это emergency контракт, это не Герару делал прикат. Жалко. Так, с техникой Людовика, да не дай бог вообще. Я охренею, если я технику Людовика сейчас возьму. Точнее как, охренеем мы вместе с вами, и наши глаза заодно. Пробел. Выжим, ладно. Жалко, не Петро. Оп, question card. Пойдет. Даже где-то полетит, побежит. Так. Мне интересно, вы посмотрите, сколько еще артефактов не хожено вообще. Ни разу. О, Infestation 2, почему бы нет? Пальчик. Да, пальчик возьмем. Вот Либру, не дай бог взять. Я не знаю, что Либра со мной сделает. Я знаю одно. Не дай бог мне взять Либру.
Батарейки. Давай. Так, я Lord of the Flies стал. Я, наверное, попробую подобрать все, что в принципе можно брать. Все, что на меня особо сильно никак не повлияет, скажем так. Так. Ха, лил монстра. Так. Dark Boom. Подожди, это не Super Boom случаем у меня будет. Опять Emergency контракт. Ты посмотри. Не, не Super Boom еще. А чем мне не хватает? А, мне гридлинга не хватает. Окей. Шака, мамина бомба не откроет. Так она что же была уже? Вроде. Не знаю, на самом деле не пробовал, честно. Насчет маминой бомбы вообще не в курсе. Она слишком новая, чтобы я о ней что-то такое знал. Ну, кстати, естественно, нужную карту я могу получить еще просто рероллом с помощью D20. Это факт. Рерол с помощью D20 тоже иногда работает. О, неплохо, козерог, это отличная вещь. Ну чё, забьем на это дело, ребятки? Рвотный корень, да не дай бог. Не, ну я могу еще попробовать, но только не в этой комнате. А, не, подожди, а зачем? Я же могу выйти. Так, стоп. Я могу... Фак, я рвотный корень взял. Но вы поняли, почему факт, да? Так, я могу оставить здесь. Пэйш. Dead Eye, да. Пульпа. Пэйш. Завтрак, завтрак. Полифем! Полифемыч, полифемушка! Ай-яй-яй-яй-яй! Класс. Так, ну и, собственно, я могу все это почистить. Все. Теперь завтраки. И ничего, кроме завтраков. То есть, захламление комнаты у меня, по сути, не будет. Потому что завтраки. Продолжай. Че, продолжать, ребят? Ну, серьезно, я могу, собственно, продолжить, как бы, пытаться это дело найти. Вы не думайте. Но я просто считаю, что иногда надо остановиться. Вот, например, сейчас. Так, мне нужна какая-то комната с большим количеством... Ну, вот эта вот комната, например, но мне нужны еще батарейки. Шаг выше, ты карту не открыл. А-а-а, да ладно. А, подожди, за какой челлендж? Шаг, ты не открыл эту карту... В смысле, а какой то А-а-а, да спид, фак. Сори, ребят. Сори. Не, продолжать теперь смысла нет, если эту карту действительно The Speed не открыл. Мне надо челлендж The Speed пройти самому, потому что это на стрим бесполезная вещь. Я не знал даже. Я думал, что она изначально открыта. А я не очень. А я не очень, а ран отличный. Выломай ей ухо. Так уже, Арк, вон, по полной программе. Уж не некуда. ГГ, ребят, ладно, да. Я извиняюсь, что я потратил ваше время, но это реальная ГГ. Ну, кстати, тоже неплохая комната. А, неплохо. ГГ. Хорошо. Игра просто сказала: ну тебя нахер, с меня хватит.